どうですか В эфире телеканала Север программа Актуальное интервью Итоги года. В студии Алина Учейская. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергей Свиридов. Сергей Анатольевич, здравствуйте. День добрый. А, благодарим, что нашли время и в своем плотном графике посетили все-таки нашу студию. Да. Сегодня мы хотим подвести итоги уходящего 2020 года. Для всех он стал очень сложным а, из-за пандемии и для вашего департамента, наверное. Как раз-таки, это прям вот, ну, удар ощутился больше всего, потому что весь медицинский блок как раз-таки на плечах Департамента здравоохранения. Расскажите, пожалуйста, вот, вы когда только-только узнали о том, что у нас, значит, пошла все-таки волна. Вот это был март, насколько я помню, да, что у нас объявили в мире пандемию. А, как вообще выстраивалась работа, и было ли уже понимание, каким образом настроить работу медицинских учреждений и оказывать медицинскую помощь? Да, но ну я скажу, что год это был очень интересный, насыщен событиями, в том числе и теми, о которых вы сказали. Но сказать, что мы были готовы к ним, это не совсем бы соответствовало действительности, потому что то заболевание, с которым снова столкнулся весь мир, его сейчас продолжают ученые изучать и очень много разных мнений по данному заболеванию, но единственное, что э, принимаются меры определенного характера и они своевременные, то есть э, какой большой плюс во всем этом, что все сплотились, э, все сообщество и медицинское и, и соответственно, э, мы начинали все с колес и э, как практика показывает, что решения, которые мы принимали, в том числе и на территории округа, они правильные, потому что те показатели, которые сегодня у нас существуют и по заболеванию, и по смертности, а у нас на территории округа на сегодняшний день нет ни единого случая смертности летального исхода от новой коронавирусной инфекции. Есть моменты, когда данное заболевание являлось сопутствующим, неким катализатором других заболеваний у людей, Соответственно, вот я считаю, что меры, которые приняты были, вы отметили, с марта, они были правильные, и вот цифры, да, которые сегодня существуют, они говорят о правильности принятом решении. Хотелось бы с своей стороны сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в этом. я бы сказал, что здесь, в первую очередь, конечно, медики, но и многие другие, потому что много сопутствующих приходится принимать и решения, и решения действий, соответственно, очень много людей задействовано на решение поставленной задачи по нераспространению данной инфекции, ну и, конечно, своевременно оказание медицинской помощи. Вот за это хотелось бы выразить им огромные слова благодарности, потому что э, люди тоже трудятся сутками, то есть э, на это нужно много сил и времени, и, соответственно, все, вот на сегодняшний день, я еще раз повторюсь, мы справляемся с, с этой проблемой территории округа. Угу. вот вы сейчас сказали по поводу отсутствия смертности да, в нашем регионе Я помню что а, изначально ну у нас вообще статистика статистика такая капризная достаточно госпожа да то есть а, цифры бывало такое что плавали вот расскажите как в итоге удалось выйти на ну, вот итоговые цифры да когда вот, в ноябре, наверное, или где-то вот недавно мы буквально делали с вами тоже большое интервью, вы рассказывали про то, как вообще эта статистика считается, то есть кто считается заболевшим ковид, кто считается умершим от ковид, вот как э, цифры статистики формируются. Ну, что касается по смертности, это была ошибка, которую дали э, в, в средствах массовой информации. Э, Официально она содержится на портале ИЦК, где мы ее размещаем, и она подтягивается туда из информационной системы Минздрава Российской Федерации, куда мы обязаны в течение двух часов сообщать информацию о заболевших и, соответственно, о летальных случаях от ковида. Есть определенная процедура по установке причин смертности при данном заболевании и обязательно происходит вскрытие и после вскрытия определенный материал подлежит исследованию на ПЦР-диагностике по наличию либо отсутствие новой коронавирусной инфекции. Соответственно, исходя из этого, и уже специалисты в области патологоанатомии принимают решение причины смертности. То есть здесь очень большой и процесс, когда все-таки ошибиться очень тяжело. И я считаю, что в данном случае статистика она достоверная. И то, что отсутствует в случае смертности это не то, что кто-то хочет спрятать цифры, это вот на самом деле так и есть, и, потому что, еще раз повторюсь, происходит вскрытие и детальное изучение, исследование и ставится потом уже соответствующий диагноз. Ну, Позволю небольшую себе оговорочку по поводу того, что мы ошиблись, да, но в СМИ мы брали информацию как раз-таки с сайта, по-моему, Stop Коронавирус, он называется, и там, ну, изначально там были, ведь, по-моему, цифры по смертности. Там именно не было, это была информация, которую, и я не сказал, что это СМИ допустили ошибку, СМИ взяли у нас эту информацию, эта ошибка пошла от нас, но она была от нас, а не от сайта ИЦК. Стоп-коронавирус, где она формируется и притягивается из медицинских информационных систем. Угу. Сергей Анатольевич, расскажите, вот как была организована работа ковидного отделения? Знаю, что выделили прям два этажа вот в, детской, в здании бывшей детской да, больницы окружной и плюс, по-моему, в реанимации тоже отдельный блок да, организовали для ковидных больных. Ну, хотелось бы сказать: во-первых, огромное спасибо всем за понимание, потому что. Когда мы это принимали решение, мы понимали, что в каких-то направлениях оно создаст определенные проблемы. И понятно, что размещая их сегодня вот в том здании, в котором мы сказали, в детском отделении, в детской поликлинике, мы должны были и по этому направлению принять соответствующие организационные мероприятия, которые, ну, наверное, на сегодняшний день небольшие удобства доставляют для населения. Вот за это хотелось бы сказать огромное спасибо, в первую очередь, жителям округа. Также бы хотелось бы сказать спасибо и медицинскому персоналу, потому что они также в оказании медицинской помощи испытывают определенные вопросы. Но другого решения не могло быть, потому что должно быть отдельно стоящее здание и обеспечено кислородом. Как раз практика показала, что это было правильное решение и что помощь жителям округа, которые заболели данной инфекцией, оказывается надлежащим образом. Что касается реанимации второй, как вы правильно отметили, она была создана в главном корпусе на базе оперблока. И как раз здесь был огромный плюс, что мы до этого запланировали еще до появления данного заболевания в мире ремонт оперблока. И его как раз к марту он ну, у нас прошел капитальный и текущий ремонт, и, соответственно, мы могли оперативно там развернуть реанимацию вторую. Где также люди на сегодняшний день качественно и своевременно получают медицинскую помощь? То есть вот все как-то сошлось, и я считаю, что эти решения были правильные. Угу. Знаю, что помимо оперативного штаба при главе региона, был еще создан оперативный штаб на базе Неинской окружной больницы. Да? И мы вот сейчас, когда готовили материал про медицинских работников к новому году как раз таки нам сказали, что очень много решений принималось именно там и очень много правильных решений там принималось, да. Вот как раз таки в частности хотелось бы а, вспомнить ситуацию, когда у нас на нефтепромыслах пошли вспышки, да, вот эти вот очаги а -а а -а заболевания. знаю что тогда подняли вопрос о том, чтобы вот этих вот больных госпитализировать не только в нашу больницу, но и в соседние регионы. Вот расскажите, как вообще была организована работа а, с ковидными больными, которые поступали с месторождений? Кто там выезжал? Наши бригады с инавиацией, либо это были э, бригады с инавиацией других регионов? Как вот выстроена работа была? Да, здесь, конечно, нужно отметить, что э, первые, э, одни из первых заболеваний в округе, это были, в первую очередь, на месторождениях. Конечно, здесь были иногда и банальные нарушения со стороны нефтяных компаний, э, той обсервации, которая была необходима. Вот, Но все мы тогда нарабатывали опыт и практику. И сегодня, конечно, вот, понимая, что уже по осени, можно сказать, что э, практически на месторождениях заболеваний отсутствует. И мы могли выровнять эту ситуацию. Да, совершенно правильно отметили, что коллеги из соседних регионов, в первую очередь из республики Коми, э, пошли нам навстречу здесь. Э, большие усилия были и губернатором приложены, и я с коллегами разговаривал. И, соответственно, мы понимаем, что определенные мощности в окружной больнице, в стационаре, они у нас ограничены. Мы должны были их резервировать для жителей Ницкого автономного округа. Мы договорились с соседями, с соседних регионов, чтобы они принимали наших пациентов. Это, конечно, были медицинские организации Республики Коми и Архангельской области. К счастью, вот Возможностями Мерхангельской области мы не воспользовались, потому что стали э, своевременно его, в том числе, оказывать помощь не, непосредственно амбулаторно больным на месторождениях. Uh -huh. Здесь нужно спасибо огромное сказать и медицинским организациям, которые обслуживали на месторождениях э, по контрактам нефтяные компании. Они смогли своевременно также развернуть и оказать там помощь э, больным, которые не требовали госпитализации. Что в принципе в последующем приводило к излечению пациентов и отсутствию необходимости госпитализации. Но в Республику Коми у нас было достаточное количество пациентов госпитализировано. Это в первую очередь в городскую больницу города Усинска были госпитализированы. И там оказывалась им помощь. И здесь тоже нужно отметить, что часть расходов по транспортировке этих пациентов и в Усинске, в Наримар, нефтяные компании тоже брали на себя и оплачивали за свой счет, то uh -huh. есть не только те средства, которые у нас были предусмотрены на основании, потому что мы понимали, что наша основная задача в том числе это эвакуировать жителей округа, которые проживают у нас в селах, но и мы со своей стороны понимали, что отказать в госпитализации работников нефтяных компаний из других регионов мы не имеем права ни морального, ни юридического, мы обязаны оказывать экстренную помощь всем лицам, которые оказались на территории Ницк автономного округа. Угу. А, ну, несмотря на то, что у нас такое вот колоссальное, колоссальное количество заболевших было а, вообще по стране, да, а, ковидом у нас никто да, не отменяет тех больных, которые а, ну, какие-то там хронические заболевания или экстренные какие-то. Вот расскажите, как была организована работа медицинских служб, которые работали не с ковидными больными, да, а вот именно с теми, кому требовалась другая врачебная помощь? Вы знаете, да, в этом направлении были определенные сложности в течение года, я поясню, какие, но мы здесь уже были определенные личные договоренности, и прям по каждому пациенту отрабатываем. Вопрос в чем, что третий уровень оказания помощи медицинской, это высококвалифицированная и специализированная, определенных видов на территории низкого автономного округа не оказывается на сегодняшний день. Это сложилось традиционно, уже многие годы так существует. И... Хотелось бы отметить, что еще в свое время Аксентачем Цибульским и при его личном участии, и при его поручении мы организовали работу по заключению соглашений с медицинскими центрами за пределами Министерства автономного округа. Что нам, конечно, позволило вот именно в этом году сложном также организовать помощь по другим направлениям, на залоге жителям округа, помощь в медицинских организациях за пределами его округа. То есть периодически эти организации из-за заноса инфекции, они закрывались. Угу. И учитывая, что мы эту работу начали ранее, по заключению соглашений, была возможность более широкая получать эту помощь жителями округа, в других, где эта инфекция не заносилась. То есть э я считаю, что эту работу необходимо продолжить, что потому что э пневмологическая ситуация в стране, она может быть, и стабилизировалась, но не улучшается на сегодняшний день. И все-таки возможности для жителей округа нужно расширять. И это, наверное, одна из основных наших задач на следующий год. То есть вот мы понимаем, что нам вот сети медицинских организаций, которые сегодня эту помощь могут оказывать, для жителей округа ее необходимо расширять. Угу. Ну, бесспорно, герои этого года это, конечно, медицинский персонал, это врачи, санитарочки, медсестры. А, знаю, что Поначалу были какие-то, не скажу, что сложности, да, но недопонимания по оплате труда персонала, потому что, например, водители в ну, скорой помощи, да, так как они, не знаю, не относятся, по-моему, к медицинскому персоналу, они не получали доплату за работу с ковидными больными. И то же самое, по-моему, было с санитарочками. Да. Сейчас знаю, что ситуация вроде как выровнялась. Вот расскажите, каким образом дела обстоят сейчас и как вообще начисляются эти выплаты? Давайте мы пока с весны да, начнем, потому mm -hmm. что на сегодняшний день порядок претерпел изменения, что было ранее. Здесь немножко по водителям ситуация другая, скорой помощи они получали, но, к сожалению, в постановлении правительства была оговорка, что за фактически отработанное время, что из-за многочисленных обращений претерпело сразу же изменения, и эта формулировка из постановления правительства была исключена. И, соответственно, в расчет уже стали там, не минуты, часы, а стали смену считать. И вот вопрос, он решился по существу. Был другой вопрос, это схоже с водителем скорой помощи. Это летчики, которые выполняли санрейсы на вертолетах. Mm -hmm. И вот, к сожалению, их изначально не было в постановлениях правительства. И вот была проведена огромная работа. И вот в новом постановлении, которое сейчас существует, и установил социальную выплату, данная категория работников появилась, и вот уже с ноября месяца они эти выплаты получают. Ранее это были средства, которые выделялись из федерального бюджета регионам и доводились до медицинских организаций, и медицинские организации производили выплаты медицинским работникам. На сегодняшний день это, как я уже сказал, социальная выплата, которая идет через фонд социального страхования. И с нашей стороны э, это необходимость представить реестры. Фонд социального страхования ⁇ это его территориальное подразделение. И, соответствующие, уже выплаты производит фонд. За ноябрь эти выплаты закрыты в полном объеме. Э, но учитывая специфику и поручения президента, э, чтобы в декабре, э, за декабрь люди получили в декабре, все реестры с э, медицинских организаций предоставлены, и выплаты уже части работников получили. И оставшиеся выплаты будут доначислены и переведены. Это вот сегодня, завтра, то есть работники получат уже в декабре, в декабре за декабрь в полном объеме. Также мы сейчас готовимся в рамках нового поручения президента, которое было им озвучено в ходе прямой линии, что в празднике в январе, за январь, вернее, эти выплаты будут производиться в двойном размере тем работникам, которые будут у нас работать. Угу. Ну, давайте, наверное, перейдем к работе учреждений в период ковида, да, то есть я знаю, что когда первая волна была, у нас вообще у всех был шок, потому что переводили людей на дистанционку. Как работали учреждения социальных, социальные службы в период пандемии, учреждения там центра занятости, например, да, вот эти вот? Ну, давайте мы сперва начнем с здравоохранения, пару слов угу. хочу сказать, то есть, потому что тоже была специфика работы в этот период. И она очень актуальна для нас, Нинско-Автономного округа, потому что у нас стационар в округе и издание стационара, оно практически одно. И занос туда инфекции предполагал а, закрытие этого стационара и не оказание экстренной помощи жителям округа по другим профилям, как вы уже отметили, это когда за пределами округа. То есть, uh -huh. а, и предпринимались вот все необходимые меры, чтобы ограничить занос инфекции. Но, к сожалению, дважды это произошло у нас, весной и осенью. Но хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто принял участие вот в ликвидации этих последствий, потому что это было сделано очень оперативно и никак не отразилось на оказание помощи жителям округа. Ну и, соответственно, опыт для нас был тоже положительный. Мы в рамках приемного отделения создали некий фильтр, где а, размещаем экстренных пациентов, а, чтобы понять и взять у них анализ а, на ковид а, для дальнейшего их размещения в специализированных подразделениях, которые созданы для лечения а, больных ковидом, либо уже в те, которые существуют у нас а, там терапевтическое, хирургическое, в mm -hmm. зависимости от профиля, что также как бы ограничило занос инфекции в стационарное учреждение. Что касается социальных учреждений, в отличие тоже у нас есть специфика, мы предпринимали э, меры, связанные с тем, чтобы не занести эту инфекцию. И в отличие от других регионов, э, мы не закрывались на вахту в социальных учреждениях, э, что, в принципе, позволило э, отсутствие напряжения со стороны работников, потому что мы понимаем, что если мы закрываемся, то это вызывает определенное напряжение. Да? То есть люди все-таки должны уходить домой. Ну и также у нас были прослабления для самих жителей данных учреждений, которые там находятся круглосуточно. Мы сделали возможность их прогулки по территориям, то есть они не находились полностью в здании. Также хотелось бы отметить, вот если кто-то проезжал рядом с домом-интернатом, мы приняли оперативные меры, чтобы украсить территорию, чтобы все-таки тоже это напряжение снять. Там довольно-таки очень красиво стало на территории, и это некая разгрузка для пациентов, которые там у нас находятся. Но, к сожалению, у нас все-таки социальное учреждение в дом-интернат был занос один раз инфекции работниками. И также хотелось бы выразить слово благодарности всему персоналу. Мы прям оперативно справились с этим вопросом, и на сегодняшний день все хорошо. Uh -huh. Ну то есть то, что пишет там в соцсетях про то, что там какая-то смертность началась, это все uh, не, ну, неправда. Я, конечно, вот кто пишет, приглашаю на экскурсию, но, конечно, с соблюдением мер предосторожности, которые сейчас существуют, чтобы они обратили внимание, какие у нас э, пациенты, какие люди находятся, какими заболеваниями. У нас 80% пациентов, которые там находятся, это лежачие и с очень большим перечнем хронических заболеваний. Mm -hmm. вот. И по той статистике, которая ну, существует по смертности в рамках данного учреждения, ну, мы превышения его в предыдущими годами не видим. Вот. А так, конечно, ну, специфика учреждения, у нас очень много лежачих и очень много больных, изначально людей, которых мы там размещаем. Mm -hmm. А как была организована вот социальная сфера, да, то есть работа учреждений, а, там, центр социальной защиты, да, он называется, насколько я помню, центры занятости. И еще в этот же блок тогда хотелось бы вот уточнить: а, удалось ли нам сохранить вот эти вот оздоровительные компании, которые у нас в округе существуют в период ну, летний, там осенний летний? Конечно, это вот первое это переход на дистанционную работу в, в рамках всех учреждений, которые на департаменту и по здравоохранению мы чаще стали пациентов посещать на дому и конечно социальные учреждения все услуги, которые они оказывают мы по максимуму их э, переквалифицировали на оказание на дому потому что ну если мы бы в рамках учреждения это было э, собирались бы большое количество людей что в принципе mm -hmm. также способствовало бы распространению данной инфекции можно сказать, сейчас к концу года, проанализировав с весны, что успешно все справились с этим. В рамках отделения социальной защиты населения также принимались отдельные решения. Это, в первую очередь, продление перерегистрации. То есть мы до конца года продлевали перерегистрацию, и вот буквально на одном из последних штабов этот анализ проводили по, по штабу, связанному с новой коронавирусной инфекцией, и увидели, что э, все-таки мы там три или четыре раза в течение года продлевали перерегистрацию, и люди полномерно перерегистрацию практически по всем выплатам прошли. Это, в первую очередь, семьи, многодетные семьи. Единственное, остался вопрос, это по людям пенсионного возраста, они, ну и слава богу, что так это произошло, в том числе мы же принимали ограничительные мероприятия по 65+, чтобы связано с самоизоляцией у нас в рамках этих выплат, Грубо говоря, 7 тысяч человек прошли при регистрации только 800, и мы ее продлили эту регистрацию до 1 апреля, и это тоже не окончательный срок, мы будем смотреть, если будет необходимость, мы тоже будем продлевать. Соответственно, вот, решения принимались, как уже в самом начале сказал, прямо вот с колес, uh -huh. чтобы. И я считаю, что эти решения были приняты правильные. У нас сперва ругали, вот по ограничительным мероприятиям, которые мы вели в аэропорту, которые вели на дороги на зимники. Но, смотря на то, как инфекция распространялась в соседних регионах, у коллег, я считаю, что это правильно, были приняты решения. Мы могли, в том числе, выявляя больных, которые приезжали по зимнику, которые прилетали на самолете, своевременно принимать меры, чтобы инфекция не распространялась. Что касается э, летнего отдыха, в первую очередь, для детей, э, да, были какие-то определенные особенности в рамках территории Нинского автономного округа. Мы не открыли площадки, да, то есть вот, образ, по линии образования не, не открывались площадки, но, наверное, тоже было правильно. Но другие направления, связанные там, с оказанием помощи за пределами округа, с оздоровлением там, по путевкам мать и дитя, когда мы в трудной жизненной ситуации, мы сохранили это в полном объеме. Конечно, с соблюдением полных мер безопасности и, и пцр диагностирования мы делали и здесь, когда детей вывозили, и когда обратно дети прилетали, также там на месте проводили это диагностирование, это когда дети улетали у нас на отдых группами в трудной жизненной uh -huh. ситуации. Ну и, и единственное, что мы вынуждены были сократить период работы детей здесь, на территории округа, это, конечно, было связано в первую очередь, что большая часть работодателей нам отказалась от детей из этой ситуации. И соответственно рабочих мест было создано, организовано меньше, чем в 2019 году. Ну и, конечно, из-за самой эпидемиологической ситуации мы вот в два раза сократили срок работы детей. Но все равно дети у нас работали, и количество детей, которые трудились в этом году, их немножко меньше, чем в 2019, но мы предоставили возможность всем детям, желающим. А, давайте, наверное, перейдем тогда к теме наципроектов. Я знаю, что, по-моему, 9, да, должны, или 12 ФАПов, могу ошибаться в цифрах, должны были в 2020 году о, поставить в наши сельские населенные пункты. Вот расскажите, как ведется работа. Знаю, что в некоторых уже селах ФАПы установлены, по-моему, в Андерме, потом Андик, Тошвиска, могу ошибаться, опять же, по населенным пунктам. Да, вы вот правильно разброс ты сказали. Мы начинали с 9 ФАПов, это была первая цифра по нас проекту. Потом при подписании соглашения закралась небольшая ошибка, их стало 11. Но ну, я считаю, что это очень хорошо, их увеличивается на два. Ну и, соответственно, в течение решения этого вопроса остро возникла необходимость на Варнаке поставить ФАП, потому что он там в очень плохом состоянии. И в итоге у нас 12 ФАПов в этом году возводится. По ряду населенных пунктов в процессе реализации данного проекта возникают вопросы. Я вкратце попытаюсь объяснить, почему именно так и а не по-другому. Там в первую очередь возникли вопросы с размещением этих ФАПов. А у нас очень ограниченный период их возведения по федеральной программе. Мы должны их возвести и сдать в 2020 году. И, соответственно, мы исходили из того, что, чтобы в такой короткий промежуток это сделать, нужно иметь подготовленные готовые земельные участки. Потому что, если изначально готовить земельный участок, это его формирование, это его межевание, то только на сам подготовку земельного участка иногда доходит время до года угу. и соответственно мы просто бы не успели их подвести и поставить а по многим населенным пунктам где мы возводили в этом году фапы те которые сегодня эксплуатируются они очень так мягко говоря в плохом состоянии и требуют ну скорейшей замены и мы вот ä, приняли такое решение что Возводим их на тех участках, которые есть. В процессе эксплуатации мы будем смотреть и по возможности, конечно, их э, перемещать, может быть, на другие участки. Но я считаю, что по большинству населенных пунктов место удачно, и э, удачно будет ФАПы эксплуатироваться. Да, вы назвали уже часть населенных пунктов, где нам уже предлагают идти ФАПы. Принятие процесс это принятие с нашей стороны идет. Я надеюсь, что до конца года возведут все ФАПы, и мы их примем все ФАПы, хоть и немножко уже время осталось, но там уже завершающий процесс идет. Вот у нас вот вопрос по земельному участку возник по Андигу, там подтопление, и мы его обязательно в течение следующего года будем смотреть и решать. По Амдриме возник он по центральным коммуникациям, мы также его решим. Просто еще раз повторюсь, мы эти ФАПы по федеральной программе должны были возвести в этом году. А решение вот этих параллельных задач, оно бы не позволило вопрос это решить, и тогда бы возник вопрос в федеральном финансировании. Угу. Я, учитывая трудную ситуацию с окружным бюджетом, мы не могли себе позволить потерять федеральные деньги, из-за этого и были приняты такие решения. Прошу всех отнестись с пониманием, где вот есть такие небольшие накладки по регионам. Мы в течение 2021 года вот, все эти вопросы проблемные, которые в части населенных пунктов сельских возникли, мы их дорешаем. Потому что, вот еще раз повторюсь, мы в этом году их должны возвести и принять, а в следующем году, в начале следующего года, начать их лицензировать, чтобы уже как можно быстрее медики переехали в новый ФАП и начали работать в хороших условиях и принимать пациентов в хороших условиях. Угу. Ну, коль уже заговорили о селе. Я знаю, что вот в ходе ну, летом очень много было рабочих поездок да, по населенным пунктам, как раз. И э, знаю, что везде поднимался вопрос один и тот же это наличие лекарственных средств в сельских аптеках. Удалось ли решить этот, эту проблему? И как сейчас обстоят дела с лекарственным обеспечением как на селе, так и в городе. Да, эта проблема она была вызвана финансовым состоянием общества ограниченной ответственностью Фармацея, где сто процентов доля принадлежит округу. Вот, к сожалению, эти проблемы были, и, соответственно, они своевременно не могли пополнять оборот лекарственных средств и обеспечивать в первую очередь сельские населенные пункты. Этому способствовало в том числе... И вопрос, который связан с тем, что у нас на данную организацию возложены социальные функции. Mm -hmm. Это единственная на сегодняшний день организация, которая, понятно, что находясь в собственности округа волевым решением, они обеспечивают сельское население лекарством. Понятно, что это неконкурентоспособная работа на селе. Мы все видим, что частные аптеки у нас создаются только в городе, в искателях. И понятно, что это из-за количества населения. Uh, учитывая данную специфику, uh, вот это направление деятельности uh, вызывало убытки у данной организации uh, в рамках поручения, которое было Юрий Васильевич, uh, вопрос сейчас практически проработан по возмещению этих убытков в данной организации. Это в первую очередь uh, возмещение uh, стоимости доставки лекарства на село. Потому что мы знаем, что у нас есть решение правительства Российской Федерации по Регулирование цен на определенные виды лекарств, которые входят в перечень да, жизненно важных и mm -hmm. необходимых. И мы их должны продавать на территории Российской Федерации за одну и ту же цену. Мы понимаем, что цена в Краснодарском крае, в Низком автономном округе, в итоге будет немножко отличаться, потому что здесь у нас есть специфика по транспортной составляющей. И не всегда она там мы можем по зимнику привести или летнюю навигацию, иногда это и авиатранспорт используется ну а по это в первую очередь авиатранспорт, что приводит к удорожанию стоимости лекарства и его доставки. Ну, например, грубо говоря, лекарство, которое мы должны продать за 200 рублей по решению постановления правительства, по всем расходам, связанным с доставкой его всего, оно будет 400, да, и это приводило к убыткам. Вот сейчас эти решения оформляются, и э, наконец-то будет предприятие эти убытки возмещаться. На сегодняшний день были приняты другие решения, которые привели к улучшению финансового состояния данного предприятия. И данный вопрос на контроле у губернатора постоянно находится. И на каждой планерке, которую проводит губернатор, он всегда главам сельских администраций задает вопрос по лекарственному обеспечению. Вот буквально, там, если брать месяц, два месяца, вот, когда проходили планерки, и практически, наверное, всем сельским главам этот вопрос задавался, они все констатировали, что обеспечено в полном объеме. И претензий со стороны сельского населения нет по обеспечению лекарств. Сергей Анатольевич, осталась у нас буквально минутка. Хотелось бы закончить на какой-то позитивной ноте. Да? Вот, по вашему мнению, топ-5 таких самых позитивных, положительных событий в сфере здравоохранения, труда и защиты населения в Ненецком округе за 2020 год? Ну, в первую очередь, это, конечно, связано с ковидом. Мы справились, я считаю, на территории округа. И здесь огромное спасибо, в первую очередь, медицинскому персоналу, который... Вот, и принимает сейчас неимоверные усилия. Я вот, соответственно, считаю, что это трудный износ, но здесь спасибо огромное, низкий поклон всем медикам. Второй вопрос. Вот мы завели в федеральную программу, и уже у нас предусмотрено финансирование на 2022 год, это строительство пустозерского дома-интерната в новом исполнении. Третий вопрос. Даже вот при тех небольших вопросах, которые я обозначил по ряду сельских поселений, это, конечно, строительство ФАПов, потому что у нас фонд зданий по медицинской отрасли, износ очень большой, и, конечно, здесь требует замены строительства, и в том числе капитальные ремонты. И, конечно, к концу года вот к строительству ФАПов прибавилось это утверждение программы модернизации первичного звена, и согласование на уровне Минздрава, что также позволит снова возводить в течение действия этой программы новые объекты здравоохранения и капитальный их ремонт. Потому что сегодня, вот, например, просто стоит капитальный ремонт в Харуте, в uh -huh. И, Сергей Анатольевич, в завершении хотелось бы поздравить вас с наступающим праздником и предоставить вам слово. То есть у вас сейчас есть возможность обратиться к нашим жителям нашего округа и поздравить тоже их с праздниками. По всей души поздравляю всех жителей Ницкого округа с наступающим Новым годом и Рождеством. В первую очередь хотел всем пожелать здоровья, ну и, конечно, вот в рамках тех мероприятий, которые мы организуем, терпение, потому что практика, еще раз скажу, показывает, что все меры, которые мы принимаем на территорию округа, приводят к положительному результату, сокращению распространения вот этой новой коронавирусной инфекции. А, побольше <laughs> находиться дома, меньше посещать массовых мероприятий. Беречь себя, беречь своих близких, заботиться о своих близких. Еще раз повторюсь, здоровья, здоровья всем и только здоровья. Спасибо большое. Сергей Анатольевич, благодарю вас, что нашли время в своем плотном графике и посетили нашу студию. Я напомню гостям, программа актуальное интервью стала руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа Сергей Сверидов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и с наступающими праздниками.